я улыбаюсь. Я тоже улыбаюсь. Я в последнее время все время улыбаюсь, просто это никто не знает. Всем привет. Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Мы сегодня в Sam's Club. И первая покупка у нас будут прикольные M&M's. M&M's начали готовиться к Дню Независимости. 10.98. Что нарисовано? Никто не нарисован. Это как с флагом. Не с флагом, а как дядя Сэм идет. Да. Пожалуйста. Ну, у нас есть на канале где-то видео и где-то фотка, я выкладывал в Инстаграме, наверное, с M&M's аппликацию. Может, в этом году опять сделаем. Что-то от маски лезет в глаза. Ой, ну что у нас тут хорошего сегодня можно купить? Можно купить пляжную сумку для закрытого пляжа. Кстати, у нас уже в эту пятницу много чего открывается, и походу уже даже, наверное, открылось. Мы видели стоящие очереди в кафетерии во всякие, в кафешки. В Sam's Club вошли без очереди. Ну, народа нету, да? Нету, потому что он шестой. Но сегодня, в общем-то, и время такое. Пол шестого. Мы так поздно никогда не приезжаем. Яйца пойдем смотреть? Но нам не надо, давай только то, что по-быстрому скажем. Молоко? Молоко тоже. Клубника подешевела. Да? Ну, возьми одну. Почему одну? Давай. Да, в прошлый раз она испортила. Была она хорошая, чуть-чуть, может, пару штук испортилась. Я предлагаю все-таки две зайка. Только я не знаю, как взять. Как выбрать. Опа. Вроде же хорошая, да? Сейчас понюхаю. Хорошо пахнет. Посмотри, пожалуйста, пожалуйста, зайка, чтобы она была красивая. Или ровнее взять? Сейчас поменяю. Посмотри вот эту. На доллар где-то подешевело, даже больше, да? Отдай мне тачечку, пожалуйста. Давай малинки возьмем. Мне так малинок понравилось в прошлый раз. Просто вообще. Смотри, она всегда, наверное, была дороже, да? Она была 90. Выбирайте. Я буду тачку ездить. Сам выбирай. Сам выбирай. Ну, давай сам буду выбирать. Вот это, наверное. А что это белое? Это не то, что я думаю. Я думаю, нет. С прохладкой. Малина с прохладкой. Так, держи эту. Не, Зай, давай ту назад. Чего мы берем? Вот, смотри, какая красивая. Держи эту. И вот эту. Все. Малинка заходит. Куда дальше идем? Пойдем через куда-нибудь. Вернее, не мы будем готовить. Не, ну мы готовимся. По факту. У нас же будет мамин день. Зайка, какую будем брать? Смотри, они тут разные немножко. Зайка, какую? Сейчас мы какую-то возьмем. Вон ту рифленую, а вот смотри, какая-то другая белая. Что такое? Там белая. Waffle fries, она кругленькая, да? В общем, берем вот такой пакет. Он оказывается 8 лб за 6,28. Цена шикарная. Картошка прекрасная. Иди сюда. В общем, будет день мамы, мы ее будем поздравлять. Она у нас уже на диете будет кушать йогурт, а мы будем есть картошечку. Ну что, идем дальше? Короче, вообще мы приехали сегодня за зеленью, поэтому идем за зеленью, да. Так, нам нужен перец, 5,70. Ты уже выбрала, да? Хорошо. Не вялый, да? Не вялый, хороший. Идем искать помидорки. Больших нету, да? Придется вернуться. Ну, бери маленькие. Бери детские, а по-взрослым потом. Короче, детские помидоры 5,75 за 2 лб.
Такая вот гигантская картошка. 7,28 за 15 лб. Мы хотели сделать картошку фрай в своем аппарате. Купили ее в центах. Она уже оказалась молодая. И все, из нее фрайс не получается. Можно просто кушать вкусную молодую картошку. Короче, точно помидоров нет. Авокадики. Ну, идем дальше куда-нибудь. Так, что у нас? Авокадо очень зеленые по 5,27. Цена нормальная, но зеленая. У нас еще есть хоть немножко там каких-то? Да? Киви не хочешь на десерт, на диету себе? Не, не хочу. Зайка, давай золотые возьмем. Да, не хочу. Так, нам надо было... Кого? А, яблочки, точно, мышь. Собственно, это у нас одна из главных целей. Вон, гала. Голодок. Короче, 5 лб, 4,48. Прекрасно. Беру два только. Раз. И два. Так, два яблочек. И пойдем за курочкой, да? Где сало? Ну, пошли в сало. А что она делает? Меряет что-то, смотри. Что-то я не туда рванул куда-то. Давай, сколько стоит? $56. Mm-hmm. Это капуста, короче, получается. Yeah. Так, а вот, смотри, есть качанчиками, не будем брать? Не хочешь? Нет, ну этот взяли. Ну, давай. Просто мне этот летус понравился. Так, с лимонами у нас еще порядок. Ну, что по мясу? Есть пробелы в мясе. А тут холодильник, смотри, он вообще пустой холодильник стоит. Отлично, Антошка будет рад. Морепродукты. Тилапию не будем кушать? Mm-hmm. Креветки. И чищенные, и не чищенные. Опа, а куры? Куры-то нету? Куры нету. Вообще курицы, грудки нету. Берем салмон по 8,98. За ЛБ. В общем, в среднем тут получается... Сколько там получилось, зайки? 20 с чем-то долларов? 24. Ну, короче, вот как-то так. Да нет, это, наверное, зайка, то, вот о чем я рассказывал, что будут... И о чем ты рассказывал, что будут перебои. Да, вон, грудка была по $1.72. Цена не изменилась. Изменилось ее наличие просто. Полное отсутствие. Что ты думаешь, взять это? А на нем разве нету ценника? Переверни, может, сзади где-нибудь. Он подвал отсад сразу? Да. Нет, нету ценника, странно. Без ценника. Наверное, вот такая упаковка стоит 4... А вот у него спросите, он заразнёт. 4 ЛБ? 72. Да. Может быть, взять тогда два таких котлетиков сделать? Да. Ну, не знаю. Короче, решили взять этот фарш. 10,98 за два лотка. Да, получается, два под... По 2,5. Непонятно, что там получается. 2,20 за ЛБ. Короче, 2,20 за ЛБ. Нет. Ну, в общем, как-то вот... И мясной один холодильник пустой стоит, так я показывал. И вместо курицы положили фарш. Возможно, утром что-то и было, потому что ценник от нее стоит. Пошли. Поэтому то, что вот прогнозировались проблемы с мясом, перебои, то оно так и будет. И сегодня я читал, вернее, вчера даже уже читал, Костка тоже лимитировала продажу мяса. То есть, например, если вы хотите взять свинину, говядину и курицу, то можно каждого изделия взять по лотку, ну, каждого наименования, скажем так.
То есть из трех наименований не больше трех лотков. Вот такие дела. Маришка хочет еще какой-то фарш зацепить. Не, мы просто сюда идем и идем. Зайтурк мы только что съели. Мы только что съели вот такой вот чизкейк. В Walmart он стоит, ну он столько же и стоит, 14,98. Там где-то его так и брали, да? Чизкейк очень вкусный. Зачем ты забрала у меня тачку? Отдай, пожалуйста. Так, ну да, пойдем, хлеб нам не надо. Лепешки, лавашики какие-то. Вода есть в разном виде и ассортименте. Да, мы в Костке свою любимую закупили воду. Поедем в Костку, тогда и будем брать. Так, ну цель почти достигнута. Единственное, что мы хотели курочку, а взяли вместо нее рыбку. Ну рыбка тоже хорошо. Так, сок не берем. Так, мы, наверное, что, тогда все? $3.49. А что за такая большая пачка? Да, я посмотрю, может, нам на Movie Night. 450 грамм. Это мне показалось, что она большая. Ну что, здесь по-прежнему полупустые эти самые, да? Дырки. Мне, конечно, было бы любопытно сейчас кто-то. Пошли зайдем. Просто, блин, ну как так вообще? Что, Саня, все идем. Зай, видишь, конец дня, может быть, действительно, подрогоба. О-о-о, заезжаем сюда. Там нет того, чего ты хочешь. Там где-нибудь... Арахис появился, или я так кишу. Ну, посмотрим, а хоть одну банку, что? Нет. Короче, мы покупали... Мы покупали свиные шкурки два раза. Два раза я собирался сделать распаковку и два раза не успел. Отобрать меня. Что отобрать? Отобрать меня. Шкуру свиней. Блин, и вот мы приехали, хотели бы сейчас еще раз взять. Они, зараза, вкусные такие. Давай, Зайка, с тобой. И что-то, короче, походу, наверное, придется вам подождать эту распаковку, потому что их реально нет. И хотели еще взять сырные шарики. Погрызть. И тоже нету. Да. Остродефицитный товар, елки-палки. Да? Только прознал, что это вкусно. Но. Ладно, идем на кассу тогда. Что делать? Блин, вот же засада. Ну, мы закончили наши покупки. Корзинка получилась на $100 10 центов. И прилетел приятный бонус от Sam's Club на $32. В общем, что за бонус? Это бонус, который собирается с членской карточки. Как вы уже знаете, и многие спрашивали, зачем нужна членская карточка. Во-первых, без нее не зайти в магазин. Во-вторых, в зависимости от того, какая у вас членская карточка, просто или Gold, там, или Super, они разные бывают и в Costco, и в Sam's Club, вы имеете разный доступ к магазину в разное время. И разное количество бонусов. Чем карточка дороже, тем больше бонусы, которые на нее падают. Ну и в принципе, вот у нас и там максимальная. Получается, в Sam's Club она стоит $100 на год. И вот так вот еще год не закончился, на нее пришло $32. То есть по факту, когда ты пользуешься этим магазином, эта карточка очень быстро отбивается. А в Костке даже и она собирает еще и гораздо большую сумму, потому что на Костке мы постоянно заправляемся. Это тоже влияет на эту карточку, на бонусы. И поэтому это очень даже удобно заплатить в начале года и в течение года получить обратно и пользоваться большим магазином. Вот, собственно, такая вот концовка. Если белую шапочку одеть, ты можешь играть человека-невидимого. Вот, так что... Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». Ой, забыли, как записывать видео, потому что записываем редко. Короче, не life, it's my life. Подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. И задавайте ваши вопросы, если кому-то что-то интересно. Пока-пока. Бай-бай.